удалось прорваться в Ирпень, погнали. Ситуация сложная. Боже мой, какая ты хорошая девочка. Такая общительная. Такая ласковая. Хорошая. Тебе водичку сейчас налью. Сейчас ты будешь водить. Вот ты говно малое. Я 3 дня тебя ищу по квартире. А ты где-то в шкафу прячешься, да? Кушай. Простите, но... Ты живой там? Они есть? Все, выжили. В разбомбленном доме выжили, да? В 17 минкунов вывезли. Только что сейчас едем дальше. Мои зайчики ранены, мои раненые зайчики.